Девочка ты крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Сама в шоке. Знаете, мне кажется, что я теперь похожа на клоуна из ужастиков «Оно». WJ Records. Всем привет, мои дорогие. Ну что делать? Похоже и похоже. В общем, давайте голосуем, друзья мои, голосуем, пожалуйста, за цвет волос. Какой все-таки удачнее. Но хотя к светлому цвету теперь будет прийти не так легко. После рыжего-то. Всем приятного аппетита. Сегодня у меня тушеная капуста с куриной грудки. Представляете, я, которая терпеть не могу куриную грудку, вот в таком виде ее. Но я вам хочу сказать, что я ее замариновала вначале, паприка, майонез. А она у меня постояла в холодильнике, а потом только я начала ее готовить. И она такая, ну и вкуснючая, ну просто пипец какой-то. Ну вот честное слово, всем приятного аппетита. Еще у меня тут два огурчика своих соленых. Так что все прекрасно, время до хрена. У меня все наступает, как он называется, когда медведи в спячку. Во, спячка. У меня начинается спячка. Я все, я не могу ни проснуться, ни выспаться, ничего. Сегодня вообще ночь не спала. Господи, как хорошо быть домохозяйкой, с одной стороны. У тебя нет такого какого-то конкретного режима, но это тоже плохо. Но ты можешь себе там, знаешь, видишь, уже как с подругой говорю со всеми. Там, знаешь, в единственном числе, знаешь. Можно поспать тогда, когда захочется, но это круто, с одной стороны, с другой стороны, нет. Всем приятного аппетита. Не, ну то вкуснятина реальная. Так, еще что хотела сказать. Очень многие пишут: ой, деревянными вилками едите, приборов нету. Ну тогда, может, вы мне выслите мне какие-нибудь приборы-то для поедания пищи. На самом деле, когда человек спрашивает нормально, я, соответственно, отвечаю нормально. Но когда вот такое утверждение с приколом, как бы, я же понимаю, все прекрасно, господи. И они наверняка, хотя нет, это допотопные далекие люди. Я уже заговариваться начинаю. Сейчас скажу, пьяные. Да не пьяные я. С чего мне пить? Сегодня какой день недели? В пятницу, да, с большим удовольствием. Посидеть в кругу семьи или сходить куда-то, милое дело. А в начале середины недели я не вижу никакого смысла. Хотя среда это тоже маленькая пятница. Иногда бывает. Так что по поводу вилки-то. Ну, ложки, вилки, стаканы, бутылки. Хоть я и не отвечаю такие вот, знаете, так, развернутые ответы на хамские комментарии. Но тут хочу объяснить, потому что, может быть, действительно и нормальные, адекватные люди не знают и не понимают, почему, например, я ем деревянные вилки. Хотя весь интернет уже ест с деревянными приборами. Называю приспособлениями. Дело все в том, что обычные вилка, ложка, когда ешь, они касаются тарелки, там звон, то есть слух режет, ну, как бы так, не айс, скажем. А эти, они более мягкие. То есть ты, когда касаешься тарелки, все-таки нет такого звука, звона, который даже вот мне по ушам.
Как всегда, все попадало вниз. Ну, капуста есть капуста, тушеную капусту, да, вот ну, как я готовила там. И просто с курицей, бедрышки, да, с мясом, с сосисками, с грибами. Ну, с куриной грудкой, признаюсь я вам, капусту я тушу впервые. И все, вы понимаете, как бы, мне настолько зашло это блюдо, вот именно с куриной грудкой, я обалдеваю сама с собой. Может, из-за того, что она была замаринована заранее. Ну, в общем, короче, вкуснота неописуемая. Я не могу вам описать всю вкусноту этого продукта. Но это безумно вкусно. Я не положила ни морковку, ни лук в этот раз. А почему я не положила? Морковку не положила, не хотела, чтобы была лишняя сладость. А почему я не положила лук? А потому что он у меня закончился. Вот. Сразу причины нашли. Еще один сегодняшний насущный вопрос. Вчера кто видел мое видео, видели, что я снимала в маске. Ну, это по-своему прикол, понимаете, если люди не допетривают до этого и воспринимают все буквально серьезно, ну, я сочувствую таким людям, у которых нет ни чувства юмора, да вообще ничего у них нет, ну, я просто в шоке. А над мужиками вдвойне в шоке. Вообще, мужики себя так стали опускать, но ниже плинтуса, реально, своими комментариями. Такое вообще неуважение к женщинам. Я не знаю, мне плевать, с одной стороны, но я просто удивлена, сколько у нас вот таких вот некультурщин именно среди мужиков. Ладно, короче, проехали, пофиг, это их воспитание. Плохо воспитывали. Что касается маски вчерашней. И написали, что... В общем, я с головой не дружу, и мне на пенсии заняться нечем. Блин, как меня все хотят посадить на пенсию быстрее, ёкарный баба. Да я, в принципе, не против. Ну, не дают мне по моему возрасту пенсию. Ну, не дают. 52 года сейчас, видимо, не котируется никак. Ну, что я могу сделать? Поэтому я бы и рада ее получить-то, как бы. Неплохо было бы, хотя... Что там пенсия-то будет? Слезы. И мне заняться есть чем. Я сказала, что маска хорошо в том плане, что краситься иногда не надо. Мне это углядели, что я все равно была накрашена. Я же это говорила. В принципе, углядели, что... Так, а вы же все равно накрашены. Зачем вам маска? Господи, за шкафом. За тем, что я, когда хочу, тогда ее и одеваю. Надеваю. О, надеваю. И что эта маска для молодых китаянок, но не для моего старого лица. О, старого лица было написано. Слушайте, может мне маску вообще постоянно, на постоянной основе снимать в ней, а? Если так всех бесит это. Я как бы в курсе, что она мне не по размеру. Ну что? На мое лицо вообще очень сложно что-то найти, какой-то размер. Кать, ты что там кричишь-то сегодня? Там собаки гуляют, подожди. Собаки погуляют, и я тебя выпущу.
Так что вот так, друзья мои. Голосуем за цвет волос и за маску. Please. Надо же, какие и сколько их, этих завистливых, никчемных людишек. По-другому мне их не назвать. Финита ля комедия. Ну что, дорогие мои, спасибо, что были со мной, что смотрели меня. Желаю вам, как всегда, позитивного настроя, юмора по жизни и всех вам благ. Пока-пока.